Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, новое задание, посмотрим. Маневр 500 метров. Так, получить 250 времени в воздухе в зима приключения и маневр гора приключения. Это понятно все. Здесь ничего хорошего нам не выпадает. Так, тут события в магазине. Что, в магазине бесплатный пак, наверное, да? Угу. Так, тяжеловоз и амортизаторы прыжков. Так, в приключениях, опять же, все глухо, ничего нету. В общем, ребята, пещеры ледяного огня. Пещеры ледяного огня, если не ошибаюсь, мы берем с тобой с крыльями. Раллийное авто. Блин, я забыл опять поменять. Ну, ты понял. Поменять водителя забыл, все в спешке, в этой в спешке. Все спешим куда-то. Спешим успеть. Это кто там у меня едет, я не могу понять. Слушай, хорошо я тогда сейчас. Басчо. Какой-то басчо непонятный. Все пока the best from west. Да-да-да, шикарно. Тут одна трасса, да, насколько я могу понимать. Долго едем, поэтому первое место мне обеспечено. Я просто уже помню еще по старым, ребята, играм, что когда я пещера ледяного огня, будь добр взять крылышки, чтобы тебя воздухом... Ну, тогда у нас, помню, еще не получалось. Мы периодически разбивались. Блин, во. Фига себе, трансген такой. Да. В общем, ты понял, да? То ли мужик, то ли баба, короче, непонятно. То ли мужик косит под бабу, то ли баба косит под мужика. Ну, есть, кстати, такие, ребят. Бабы косят под мужика. Особенно вот эти вот бабы-атлетки. Именно вот не которые боди-фитнес, да? А именно настоящие женщины-культуристы. Блин, как они себя, конечно, вот там преобразуют. Там даже любой мужик может позавидовать. Я ничего, ребят, против не имею. У каждого, как говорится, свои желания, свои, как бы, предпочтения. Ну, как по мне, ну, девушка, женщина, она должна быть лапочкой, она должна быть нежненькой, она должна быть такая вот, вся такая сочная. А ты знаешь, вот смотришь, она культурист, атлет, и ты... Блин, даже боишься к ней подойти-то лишний раз, знаешь. Ну и, конечно, чем мне не нравится, это то, что, ребята, у них преобладает мужской гормон, и у них лицо начинает, похоже, становиться на мужское, на мужика, понимаешь? То есть такое себе удовольствие. Вот я не знаю, к чему я это сейчас вспомнил. Так, скажем, между строк. Вот, а вот боди-фитнес, это вот именно девчат, которые занимаются фитнесом, вот эти вот, которые няшечки такие, это да, это, конечно, круто. Это вообще там самый сок, самый смак. Причем они, ребята, тоже работают над собой не меньше, чем серьезные женщины или девушки-культуристы. Ну, просто они себя не доводят до такого состояния. Да, может быть, там еще и на гормоналке они не сидят, скорее всего. Потому что те-то, у которых, извини меня, мужское подобие, те-то на гормоналке сидят однозначно. В принципе, почему они и становятся таким, тестостерон себе повышает, так что... Ну, еще раз говорю, это, ребята, каждого, как говорится, у каждого свои предпочтения. Я так... Ляпнул, не подумавши, короче. Зачем эту тему вообще понял? Все, закрываем эту тему, короче. Едем. А, тему я начал, потому что посмотрел на нашего водителя. Ё, точно. Вот из-за чего я понял-то. Я думаю, с чего вдруг начал распаляться-то. А вот оно что. Вот она где, как говорится, собака-то зарыта, да? Была. Жесть. Так, ребят, ну что, мы с вами переходим на зеленый кубок.
У меня уже и зеленый, и красный кубок есть. Я не знаю, каких только кубков у Рэя нету. Блин, плохо, плохо. Так, ну я смотрю, да, за мной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нормально, нормально получилось. Я думал, сейчас занырну. То есть, ну, клювом. Видите, как обычно, может переворот там быть, все что хочешь. Но здесь, слава богу, все, все у нас разрешилось. Так, я приехал первым. Овес Москва. Он у нас вторым идет по счету. То есть это, наверное, овес Москва-то. Да, овес Москва, кстати, меня и, ребят, настигал, в принципе. А тут BGB. А, так он понятно на чем. Вот тебе, братан, твою нитро-то и подвело. Форсаж, точнее, твой. Дофорсился, врезался там во что-то. А прикинь, на всей скоростухе врезаться. Ты сразу, ребята, 50% скорости теряешь. Это факт. Неоспоримый. Он еще в воздухе. А что у него? У него не стоит, ребята. Странно. У него не стоял этот кульбитель, как он называется. Но, тем не менее, он в воздухе сделал сальтон. Тем не менее, ребят. Ты смотри, как мне повезло сейчас. Я просто поймал нитрушку на подъеме и просто перелетел все это дело. И мы уже заработали с тобой сундук. Быстро, быстро. Так, управление в воздухе и ускоритель дым. Ну что же, мы идем за наградой. Именно там 12 деталей будет. Именно 12 деталей. Каких? Не знаю, посмотрим. Ну, ёк-макарёк, ладно, фиг с ним. Самир, да, Самир додумался, видимо. Там скинуть скорость, ребята, и... Точнее, он скинул там скорость и на подъеме уже перепрыгнул ту чертову яму, в которую я попал. Ну что, мы посмотрим, насколько Самир дальше. Все равно, ребята, он первый лезет, а? Причем он не потратил свой... Этот, как его назвать-то? Скажи, я скажу. Он не потратил свой стартовый ускоритель. Он его не успел, видимо, потратить. Так, ну что, здесь, наверное, так придется делать. Ну да. А здесь у меня вышел результат лучше, чем у кого-либо. Но опять же, там был очень хороший рывок у меня, как бы я подскочил, поэтому... Да еще и... На горючке, опять же, да, Самир? Этот ниндзя, это кто? Это Самир или нет? Смотри, он в один повторяет мои движухи. Смотри. Я как будто с тенью со своей еду. Да. Но я первый все равно, ребят. Детали получаем? Получаем, 12 штук. Ну, стартовый ускоритель это у нас. О, городская вода, вода. Я думал, что мы... Сегодня не будем ездить. Блин, я не поздоровался с вами. Ё-моё. Ну как бы я с вами-то здороваюсь всегда в начале ролика, но я имею в виду в игре не поздоровался. Вот это сейчас что было, Рэй? Вот это вот нафига ты сейчас сделал? Ай-яй-яй. Вот, ну ты видел, да? Клюнул носом чересчур. Клюнул носом чересчур. И ККМ-ка тут еще лезет. Еще и ККМ-очка тут лезет. Ладно. Так, водный тоннель. Не помню я, что это у нас. Все, вспомнил. Вспомнил, друзья мои. Вспомнил, я никак не могу привыкнуть, что водный тоннель это вот эта вот штука, которая, как тебе сказать, подлавливает тебя, да? То есть ты едешь, там такая достаточно длинная прямая. А потом тебе бац перед фактом. Либо ты заезжаешь, если ты заезжаешь, ты молодец, ты поедешь поверху. А если не заезжаешь, то ты просто разбиваешься. Ну вот, ребят. Ну что это вот такое, ну. Не смог перелететь, ладно, все равно первое место. Так, теперь-то я уж поздороваюсь с вами.
Да, сегодня, ребят, без камеры, как вы поняли. О, результаты у нас тут, кстати. Ну и чё? О, да мы проиграли. Мы проиграли, причем, ребята, очень круто. Там что-то они набрали 3000 с чем-то, а у нас всего лишь 600 очков. Тут, конечно, да. Там бесспорная у них победа была. Так, лесной кубок у нас, да, идет. 600 с лишним очков против 3000. Ну, это жестко. Я не знаю, ребята, вы пишете, я не могу найти, говоришь, твой клан в этом, в поиске. Ребят, не знаю. Это уже не от меня зависит, почему мой клан не высвечивается в поиске. Вот я не могу до сих пор понять, почему мое вот этот вот спорткар не едет так идеально, как у него по вот этим всяким кочкам и тому подобное. Ну, их тут еще и два. Да. Один довыпендривался, я смотрю. Один довыпендривался. Как они это делают? Я бы здесь не проехал бы, наверное, и 100 метров бы. Просто размазался бы. Будем честны. По-моему, тут, ребят, мне второе место сулит. Ну да. Влад Дракул этот, блин. На один балл, ребят. Ну, одну гонку он выиграл. Так, мистический кубок. Ить! Хотя, ладно. Я думал, баги надо было брать. Хотя, попробуем на ХКР-ке. Давно мы на ХКР-ке, блин, на раллийном авто с тобой не играли здесь. И вот опять же впендрючился, да, чувак? Ас, он впендрючился. Он, его под... Ну, как тебе объяснить-то? Его подвело то, что он врезался, ребята. Просто врезался. А так было бы все норм. Давай, Реюшка. Так, вот здесь вот не надо особо сильно прыгать, потому что эти прыжки, я знаю, что отнимают очень много времени. И последняя здесь гонка у нас. Фига ты проф. Вот это проф, ребят. Вот так. Да-да-да, я помню. Болотную жабу эту. Болотная жаба. А по-моему все, ребят. Первое место. Байден там. Байден. А, еще, кстати, не первое место, ребят. Подождите, еще у нас гонка, оказывается, есть. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, это именно идет по скоростным спускам. Как по скоростным спускам? По спускам вниз. Да, так и есть. Ты посмотри, что делать. Клюнул он там что-то на своей Lamborghini. Не получилось у него меня обставить. Кубок ледника. Так, друзья, если я не ошибаюсь, кубок ледника — это тот же самый кубок огненной, как там, облавы или как там. Ну ты понял, первая трасса, которая у нас была. То есть крылья взял для ветра. Хотя я могу и ошибиться. Фига я на льдинке так. Нет, я не ошибился, ребят. Слушай, смотри. Супер дизель сзади едет. Угу. Тут всего будет две гонки. То есть, если я сейчас выиграл, даже если я проигрываю вторую гонку, ребят, все равно я получаю первое место. Спросишь, почему? Ну, потому что, ребят, 3 балла у меня будет засчитано. Твою-то дивизию.
А этот все-таки, ребят, запрыгнул. Супер дизель-то. Я даже немножко... Воу! Это кто сейчас там полетел? Какой-то Кинг. А кто такой Кинг, я не знаю, ребят. Наверное, это супер дизель. Но я все равно, я же говорил, что я буду первым. Странно, что-то даже... Я даже как-то не могу врубиться. А как он там... Перелетел-то так? Это, извини меня, не хухры-мухры. Там перелететь, ёк-макрёк, там нужно... Фиг знает сколько. Ты видел, как он бустанулся? Ну, я тебе скажу, что в играх таких, ребята, есть и читеры. И их очень-очень-очень-очень, ребята, много этих читеров. Даже в «Растении против зомби» мы с вами лично видели читера. И лично я с ним играл. Поэтому есть тут и которые летят, и как-то там сзади экраны, и накручивают монеты. Очень много читеров. Так что я не читерю, я играю по чесноку. Поэтому мой результат, ребята, ну, что ни на есть, подлинный. Без накруток всяких там подобные. Так, про райдер. Или редер, я не знаю, как его увеличать. А чё ж ты, гаденыш, сбрасываешь скорость-то, а? Если ты шпаришь на своем форсаже. Хлыщ ты, бородатый. Да я не про этого, я про вертушку говорю. Да там, конечно, тоже был у меня прикол. Я просто врезался же. Вот здесь ему, конечно, вообще фартит. Вот здесь вот, ребята. Потому что он врезает... Он как? Он даже не врезается. Он просто проезжает по, ну, по потолку. Без всяких для себя, как говорится, этих... Ну, последствий. А для меня, извини меня, последствия могут быть хух какие. Два раза тянулся крышей, а потолок все. Извиняй. Ну давай, давай, давай. Так кто там у нас? Немножко подколол. Ладно, фиг с ним. Там кто-то, ребята, вырывается в лидеры. Нет. Не доехал. Этот желтый, он вроде бы начал там чуть-чуть буститься. Я уже краем глаза увидел, что он там выезжает. Но все-таки ему не отдал. Не только я этот. Как тебя звать там? Трансик? Как? Ну вот. Ну что это? Ну ёпарасете. Лапичма. Как, кого тут только нету. Каких только никнеймов. Вроде бы так хорошо, да, подлетел. Но все равно, ребят, не могу догнать их. Лапишма этот первым все-таки врвался, ладно. А у меня, кстати, ребят, если я сейчас не займу первое место, у меня будет третье, получается. Главное тут не врезаться, ни вниз не нырнуть. Ну... Да уйди ты! Yeah. Фух, ребята, на один балл. На один балл. Трындец. Его просто, ну ты видел, да, ему нос закинуло. И, в общем, он сам виноват. Если бы он чуть-чуть бы выровнялся бы, тогда бы проиграл бы я. А так как он нос задрал, соответственно, я финишную перечеркнул быстрее. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Но я попробую все равно обогнать эту Насу. Насу Тацератопс. Блин, как же, ребят, я хочу поиграть в мир юрского периода. И не могу. Потому что, ребят, постоянно вылетает. Не могу. В любой бой захочешь еще что-нибудь, все вылетает. И зайти не можешь. Обрыв связи соединения. На всяких эмуляторах уже пробовал. И все. Я даже на iPad, ребята, пробовал. Думал, нет, там тоже вылетает. Там тоже вылетает. Я думал, хотя бы на нем не будет. О, здесь. Хотя есть шанс, ребят, еще. Еще есть маленький шанс. ЛП-10 мы уже обогнали. Насу мы тоже обогнали.
Так, это я помню. Вот, 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 вот этот противный прыжок. Ну ты гляди-ка. Даже несмотря на то, что был противный затяжной длинный прыжок, я тем не менее все равно приехал первым. Опять НАСА. НАСА, он любитель стартовать. А вертушка там любитель, я не знаю, издеваться. Он там крутит свои крученые, перченые. Еще он вытворяет. Смачно. И здесь я тоже все-таки, ребята, сделал их. Что за следующая трасса? Тоннели. Ну, тоннели, естественно, переключаемся обратно на наш... на нашу раллийную авто. Какое... что? Ожидание? Что ожидание опять? Вот. Не надо тут. Когда вот это, ребята, ожидание, это значит либо обрыв связи, либо еще что-нибудь. Ну, это я сам тупанул. Ладно, фиксим. Так, давай-ка вниз. Подожди, тут у нас что? Понял. Заехать главное. Эй, ты че, Рэй? Давай-давай-давай-давай-давай-давай, нормально. Ты посмотри, а? Как он-то там умудрился, извини меня, перепрыгнуть? Странно, обычно на ней очень проблематично, она вот... чтобы понял. А этот, ребята, уже знал. Этот знал уже. Red Bull, я видел, ребята. Он специально уже сбросил скорость. Тьфу ты, блин. Вот тебе и знал. Вот тебе и знал. Вообще последний приехал. Тупизм. Просто, ребята, перепрыгнул на тот самый... как бы тебе это объяснить-то? Там была, короче, возможность запрыгнуть в этот. Ну, в прощелин, так скажем, что ли. И я ее просто-напросто прозевакал. Я уже прыгнул на подъем. А с подъемом, ты сам понимаешь, что там каши не сваришь. Там можно было бы, конечно, перепрыгнуть, но... при условии, что у тебя есть крылья. А так нет. Там слишком он такой крутой. То есть ты как бы подлетаешь. Блин, горные мосты. Тут, наверное, надо было раллийное авто брать. Ой, раллийное авто. Ты понял, да, о чем я говорю? Этот, багги. Ну, сейчас посмотрим. О, это, блин, что сейчас было-то? Рэй, ты... смотри, смотри, смотри. Все, кто на форсаже, кто на чем? То есть ролейки все-таки первым вырвались. Меня опять же, ребят, подвел мост. Да я вниз... ну я же вниз хотел, ну... хотя, так даже, блин, лучше получилось. Ох, 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 ох. Давай, 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 давай. Есть, дожали. Молодцы, красавчики. Молодцы, красавчики, молодцы, красавчики. Магнитная цепь. Друзья, магнитная цепь. Почему она мне нравится, эта трасса? Во-первых, ребята, ее очень мало в игре. Она не успевает надоесть. Да и во-вторых, тут как-то прикольно. Это лучше, чем по воде шпарить. Ну, ты понял, да, про какую воду я говорю? В воде плавать. В воде как-то нудно, нудная какая-то. А здесь она шустрая, быстрая. Вот так вот. И полетел там куда-то в небытие. Так, сегодня еще, наверное, друзья мои, попробую
стикманов поиграть. Попробую, если успею. Ну, а под вечернюю, конечно же, либо Хака буду проходить, либо Зельевара. Да и надо Мунскарс тоже допройти. Чувствую, там осталось уже совсем чуть-чуть. А потом возвращаться к своим старым играм. Угу. Айрон Харвест я не забросил, ребята? Что вы думаете, что я его забросил? Нет. Будем проходить. Я, правда, не знаю, будем ли мы проходить за все расы. Ну, за Паланию-то мы уж точно пройдем. Все. Идеальная победа. Кто-то пришел. Привет, Рэй. Пиво. Это кто у нас? Шкет. Хороший никнейм — Шкет. Так, а это моя шахта. На самом деле, это нифига не моя шахта. Чё там? Да ладно. Ты серьезно? Ты сейчас на попрыгушках тут будешь выпендриваться? В пещерах? Ну, хотя, чему тут, ребята, можно удивляться? Мне кажется, уже удивляться нечему. Если я тогда видел байк, по-моему, на попрыгушках, без защиты, прыгал. И причем еще и выиграл. Тоже вот в таких пещерах. Я еще офигевал просто, как там... Ну, там же нужно замедляться все это. Нет. Ехал как-то на позитиве. А я, когда пробовал, у меня просто машина с места рвет. Я прям на месте мог перевернуться. Просто перевернуться вот так вот и разбиться. Да, здесь, конечно, вертушка нас что-то как-то немножечко поднасолила мне. Ну, смотри. Опять же, ребят, набрал скорости и просто обогнал ее. Так, что там? Нет, все, ролик сегодня будет. Ролик будет сегодня. По времени... Времени у нас 5 часов в данный момент у меня на часах. Так что, ну... Минут 20 на рендеринг, минут 20 на заливку в YouTube. Да, сегодня будет. Ну что, Кубок Лесов, это, я так понимаю, ребят, сегодня на сегодня последняя гонка за кубки. Нет, вот что ни говори, но вот спортивная тачка, ребят, если она прокачана, круто. Она машина классная. Вот это вот. Она классная тачка. Как бы не стоит ее недооценивать. Хотя в данный момент она у меня, я ее помню, когда только начинал играть в игру, это еще... Я же как, я начинал, потом я ее забрасывал. Так вот, наверное, года 3 или 4 назад я эту машину, спорткар, я ее покупал, ребята, да? Я ее покупал за донат. И она тогда очень даже хорошо проявляла себя на трассах. Очень хорошо. Ну, что там нам? Ускорители — это для баги. Так, вступить. Что тут у нас? Ну, давай попробуем. Хотя на Луне, я уже, ребята, убедился, лучше всего брать, по-моему, баги. Не знаю, почему, но... Или, блин, надо было брать раллийное авто, но... С этими. Скажи, я скажу. С крыльями. Сейчас посмотрим, как тут. Сейчас тут опять... Бежите, летуны будут. Не? Вот это сейчас было глупо. Вот это было, ребята, глупо. В первый раз же нормально проехал. Ну какого фига ты сейчас-то так сделал? Ну,
киллер разбился? Серьезно? Он просто разбился. Так, подожди секунду. Давай вот так вот попробуем. Попробую, ребята, на крыльях. О, видел? Летуны вшивые, пошли. Это на их совести. Они улетают, как всегда, в Поднебесную куда-то там. Но! Да ты серьезно, что ли, блин? А куда они улетели-то? Слушай, мне кажется, они тут, наверное, монеты, как сказать, ролят. Почему-то мне так кажется. Рулят монеты. Ну, нормально. Видишь, они там как-то... видел даже ролик. Они как-то там залетают и начинают крутиться на месте. А потом... вот эти все деньги умножаются еще. То есть нормально, да, получается там? По финансам. Четыре секунды. Я успел, ребят. Ну, тут уже все. Тут уже сеанс окончен. 75-е место забрал. 75-е место. Позор. Слушай, ну там смотри, за 40, ребят, за 40 жетонов дают штаны, которых у меня нету. Позволяет 16К. Что за 16? Что за такое 16К? Ну, 16К это 16 тысяч. Только 16 тысяч чего? С чем? Гонки. Почему автобус дают мне здесь? Может, я хочу багги? Так, блин. Да, вертушку-то тут не обогнать мне. А, ё-моё, чё? Вертушку не обогнать, это я... Ой, всё, Рэй, это уже трындец. Это, ребята... Я же сам с собой тут играю. Ну смотри, я не уступаю ему. Я ему не уступаю. Еду отлично. Так, ну тут главное, естественно, ребят, не разбиться. Если врезаешься, то врезайся лучше мордой. Чего? Это что было-то? Фига себе вы, ребята, прикалываетесь. Давай вот без вот таких вот приколов, блин. Которые вы сейчас мне тут продемонстрировали. Ехала какая-то штука, да? Хоп, она тебя наверх. И загнула. Благо, это баги. И это... Во, опять! Блин, еще таких три удара об потолок, ребята. Я боюсь, крышу сорвет. Ну, не мне, а баги. Крышу сорвет. Слушай, интересно, какая трасса? Какие-то камушки... Так, 55 тысяч монет. Тут, наверное, не упадет? Нет. Не упал. Сундучок с копилочкой. Я успел, да, подобрать? Да, успел. Горючая фулка. Отлично.
Отлично, Григорий. Отлично, Константин. В лаву можно было упасть, оказывается. Там она не закрыта была. Лавушка-то. Тихо, не перевернись. Тут могли бы, знаешь, что сделать? Вот ты едешь, например, бац, какой-нибудь гаечный ключик подобрал. У тебя хобана. Броня твоя восстановилась, ну, крыша твоя там, машина твоя починилась, да? Было бы прикольно. Ты смотри, они же стояли, держались на двух цепочках. Какого лешего-то они прогибаться стали? Непонятно. Так, ребят, пятый сундук забрал. Оп, тихо. Куда тут? Я не знаю, что тут. Все норм. Все норм. Ложная тревога, ребят. Вот. Вот об этом я всегда твержу. И всегда я это, ребят, не соблюдаю. Да. А нет, смотри, начислили. Слушай, хорошо. Привет, Рэй. Прив. Так, что я хотел? Хотел в гонках. В гонках, ребята, поучаствовать еще хотел я. Луна. Ну давай, на Луне поеду я. О! Читеры в деле, да? Можно так это назвать? Ну а как по-другому назовешь, ребят? Ё-моё, НАСА тут еще. Спутник. Давай. Ауч. Ну да, горючие, ребята. Может, доедем все-таки? Есть. Счет 1000 в плюсе. Блин, даже не было этого отчета. Раз, два, три, сразу, блин, стартанули. Томал. А, тут вот так вот. А вот, ребята, и возможность выпала на ККМ-ке прокатиться нам. Тут флажки какие-то. А-а-а, я понял. Все, я понял. И последний байк, ребят. Ауч. Серьезно? Ой, дай-ка еще. Почему-то постоянно мне дают одного и того же летуна, блин. Плешивого этого. Ты заметил? Ну ядрен ты, матрен, ну косорылый ты фрукт, а? Чтоб тебе жуки черти ели по ночам, а? В шоке. Я просто от этого в шоке. Так тут почему-то одно и то же, ребята. Одних и тех же гонщиков мне дают. Я не знаю, с чем это связано. Ну, Томалу. Мы же с ним дрались. Почему одних и тех же дают-то? Дай-ка я попробую здесь на байке проехаться. Нифига там. Интересно, на байк можно было бы, например, поставить крылья? Так, по-моему, можно было. Мы же видели байк с крыльями. Ну и трасса твою налево, блин. Ребят, как запустить-то эту фигню? -то?
Я в шоке, идиота кусок, а? Как там, чувак, на байке-то вообще? Да понятно, все, фул. Это трэш. Это, ребят, какой-то пипец, мягко тебе скажу. Блин, что-то мне так хочется получить эти, ребят, я не знаю прям. Какая ККМ-ка, блин. Что-то мне так хочется получить штаны там. Ну, 40 баллов. Ой. По-моему, немножко другая, или мне кажется. Другая вроде как трасса-то. Или все та же, я что-то не пойму. Ну, горючку я взял. Вот и финиш. Угу. Поехали дальше. Я вниз хочу. Там зажужжали уже жужелицы. Это было подло. Это, ребята, было подло, понимаешь? Вниз я поехал, короче. Но они тоже с крыльями. Я вижу, что они с крыльями, ребят. А чувак урвал все-таки горючки, а? Урвал все-таки горючки. Магнит тут нужен. Точно, ребята. Точно, тут. Тут, ну, попробовать на баги, что ли? С магнитом, баги, блин. Слушай, было бы, наверное, круто. Ну-ка, дай-ка я проверю. Ну, блин, без крыльев зато. Данил, ну без крыльев тоже такое себе, ребят, удовольствие то тут летать. Сам видишь, да, что происходит. Пять, четыре, три, два, один. Не долетели, чуть-чуть буквально, блин. Всего 7. А нужно 40. Блин, тут целый костюм, ребята, можно было. Это костюм не пришельца. А, ну это костюм пришельца, ребята, точно. 250. Так, ну что, ребята, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.